три кота экзе. Черт! Да. Как ее успокоить? Это что, кишки? Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и вы на канале Королевы Мистики. Сегодня мне доставили посылку из черного сайта Darknet. Это карамелька экзе. Проклятая игрушка карамелька экзе сегодня будет не только разрезана. Живая проклятая игрушка будет разрезана на ваших глазах. А перед началом я попрошу вас обязательно подписаться на мой канал и написать самый крутой комментарий, потому что он обязательно попадет в мое видео, как этот, ребята. Короче говоря, сейчас мы попробуем вызвать дух проклятой карамельки экзе. Посмотрим, как она будет себя вести. А после чего я прогоню демона из этой проклятой игрушки. И обязательно я разрежу ее. Что мы увидим внутри, вы узнаете совсем скоро. А пока, ребята, я возьму свою доску для вызова духов и приступлю к этому обряду. Погнали! Итак, ребята, карамелька экзе в моих руках прямо сейчас, рядом с доской для вызова духов. Я знаю, вы все ее помните. Это самая мистическая доска на всем русскоязычном ютубе, друзья. Моя планшетка, и сейчас я призову высшие силы для того, чтобы призвать три кота карамельку экзе прямо сейчас, ребята. Нужно сосредоточиться, и, кстати говоря, как всегда, меня снимает мой оператор Дима. Всем привет. Итак, Дима, мы должны говорить эту фразу вместе. Я сейчас напомню вам, ребята, и, конечно, своему парню Диме. Наш круг друзей един с тобой. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Заблудший дух, покинь покой. Заблудшая душа придет из потустороннего мира и вселится в эту проклятую игрушку. Эта игрушка непростая, и если вы новый подписчик, обязательно напишите об этом в комментариях, потому что внутри игрушек, которые я заказываю на проклятом сайте, находятся специальные атрибуты, которые придают силу и власть этой, казалось бы, на первый взгляд, обычной игрушке. Но поглядите повнимательнее, она, блин, нифига не обычная. У нее красные окровавленные глаза, окровавленные уши, да что уж там говорить, у нее полностью все лицо запачкано в крови, ребята. Но, точнее, скорее всего, это не настоящая кровь. Хотя, черт его знает, это нужно отправлять куда-то в лабораторию. Но такими игрушки приходят прямо ко мне. И самое интересное то, что их приносит неизвестный сотрудник сайта Darknet, ребята. Я никогда его не видела. Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть, кто доставляет проклятые посылки с сайта Darknet. А прямо сейчас мы будем призывать три кота экзе. Карамелька экзе, ребята, прямо сейчас. Дим, вместе. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Еще раз. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Ребята, теперь очень важно, все вместе. Наш круг друзей един с тобой. Заблудший дух, покинь покой. Три кота экзе, я призываю вас, придите в этот мир. Три кота экзе, я призываю вас, ответьте, вы здесь? Духи, вурдалаки, монстры, призраки, вы здесь? С нами кто-то вышел на связь, ребята. Доска для вызова духов говорит, что кто-то здесь. И, скорее всего, этот кто-то сейчас находится внутри нашей проклятой куклы. Три кота экзе. Черт! Проклятая игрушка экзе куда-то делась. Итак, ребята, у нас куда-то подевалась наша проклятая игрушка. Казалось бы, я отдала за нее целую $1000, а это, на секундочку, около 90 тысяч рублей за проклятую игрушку. И она просто так сейчас исчезла, Дим. Что делать, блин? Надо искать. Давай обратимся к доске для вызова духов и спросим, куда делась карамелька экзе? Пишет, Дим, смотри. Где? Она ходит, смотрите, я даже не касаюсь планшетки, она летает. Где
Да. Дерево. Дерево. Так, ребята, слушайте. У нас здесь, как вы знаете, есть мистический лес. И там куча деревьев. Но одно из них истинно проклятое дерево. Итак, прямо сейчас мы бежим в проклятый лес, ребята. Ты слышишь, Дим? Да, в лесу кто-то есть. Отлично. Я слышу этот звук. Осторожно, осторожно. Тихо, тихо, я что-то видела. Я видела какую-то тень. Черная тень из леса. Мамочка, блин. Погоди, у нас на заборе одинокий голубь. Слушай, может быть, он принес какую-то весть? Откуда он взялся? Я не знаю, откуда он взялся. Первый раз вообще вижу у нас здесь голубей, ребят. Просто мы живем очень далеко от города, и здесь, в принципе, ну, нет. Голубь, у него записка, он улетел. У него записка была на лапе какая-то. У этого голубя белый хвост. Куда он полетел? Я не знаю. Слушайте, ребята, это какая-то жесть. Я точно видела у этого голубя какую-то записку. Слушайте, нужно будет поставить какую-то ловушку. Смотри, он вернулся. Он кружит здесь. Я его только сейчас заметила. Он не улетает. Короче, слушайте, ребята, походу какое-то послание мне пришло. Я не знаю, кто мне его прислал, но нам нужно будет с Дим. Дим, ты сможешь сделать ловушку какую-нибудь, чтобы голубя поймать? Да, я смогу. Да, нужно будет какую-то сделать ловушку, словить этого голубя и прочитать, что там за послание, ребята. Офигеть! А вы знали, что очень-очень давно у людей, когда не было ни телефонов, не работала ни почта, люди общались при помощи почтовых голубей. Возможно, это тот самый голубь, но я не знаю, кто прислал мне какое-то послание. Может быть, мне вообще показалось. Но мы обязательно это узнаем в следующем видео. А сейчас, ребята, мы должны найти три кота Экзе. Карамелька Экзе находится где-то. Доска для вызова духов сказала нам, что это дерево. Проклятое дерево поваленное. Оно находится здесь. Здесь вообще просто ужасно мистический лес. Тут, как вы помните, уже была могила. Возможно, в этой могиле что-то прячется, ребята. Я считаю, что, Дим, дерево просто пустое. Обычно мы находили игрушки из Даркнета именно в этом месте. Я думала, она здесь и будет. Но, походу, нам придется раскапывать могилу. Вот здесь надо копать. Ну, приступай, ладно. Окей, давай. Я подержу камеру, а ты раскапывай. Аккуратней, Дим, пожалуйста. Что там? Ты что-нибудь видишь? Да, я что-то нащупал. Черт, держи скорее камеру, держи. Что здесь? Жесть! Он здесь. Она здесь. Как она сюда перенеслась? Вы представляете, просто оттуда она как-то ощутила здесь. Это точно та проклятая игрушка? Ой, жесть, просто жесть, ребята. Это точно она. Слушайте, я считаю, что нам пора уже разрезать эту проклятую игрушку, потому что уже 100% ясно, что внутри живое, что-то живое, и вселился дух. Но прежде чем мы разрежем ее, обязательно не забудь подписаться и поставить лайк под этим видео, ребята. Быстро, давайте, Дим, мне нужна какая-то штука, чем можно разрезать. Давай сделаем это прямо здесь. Подожди, у меня... Давай какой-нибудь нож или что-то на, есть у тебя. Попробуй вот этим. Смотри, Дим! Жесть, она начала трястись! О, господи, как ее успокоить? Держи ее. Черт! Господи, не хватает доски для вызова духов. Ладно, сейчас, подожди. Покинь душу проклятой игрушки. Покинь, покинь. Это очень сильная кукла Вуду. Жесть, жесть! А! Черт, я никак не могу справиться с ней, да она мне сейчас руки сломает. Держи, господи, держи. Что она делает? Черт, скорее, я никак не могу открыть этот чертов нож. Покинь, покинь куклу Вуду, покинь эту проклятую игрушку. Прощай. Фу, там кровь. А, жесть, посмотри, сколько крови из нее вылилось. Обалдеть. Жесть, я такой первый раз вижу. Внутри? О, блин, я никак не пойму. Так, погоди, это много синтепона, но я там чувствую... Я там чувствую какую-то просто нереальщину, просто жесть. Что там внутри? Обалдеть! Ты просто погляди! Это же карамелька, уменьшенная игрушка. Это же тоже три кота карамелька. Погляди, она была внутри нее. Слушай, это специальный артефакт, который придавал просто могущественную силу для этой проклятой куклы Вуду, проклятой игрушки. Жесть, ребята, это очень фартово, когда в разрезанной игрушке попадается та же самая мини-копия. Проклятая мини-копия, да. Классно. Это просто зачет. Но там еще что-то есть. Что-то положили создатели. Что это? Слушай, здесь кто-то есть.
чувствовала здесь. Мне как-то нехорошо, Дим. Успокойся, успокойся. Дим. Надо закончить Дим, дело. Дим, опять эта черная тень. Вон он! Попал в кадр, нет? Не знаю, я... Блин! Я проглядел. Жесть, ребята, если вы видели черную тень на моих видео, обязательно напишите мне, на какой это минуте было, обязательно внизу, ниже в комментариях. О, Господи, или напишите в мой телеграм «Королева мистики», обязательно подпишитесь на него. О, Господи, ладно, давайте уже разберемся, что внутри три кота Экзе. Что это? Это червяк, что ли, какой-то? О, Господи, жесть! Ребята, просто поглядите! Это что, кишки? Три кота Экзе? Похоже не на кишки, конечно, а на красный шнурок. Но красный шнурок – это всегда какое-то дурное известие, потому что он какой-то окровавленный. И сначала я подумала реально, что это, возможно, какие-то игрушечные, ну, я не знаю, кишки, что ли. Я фиг его знает, что это такое. Но красный ничего хорошего не сулит. Ладно, давайте поглядим, что еще внутри есть, потому что я вижу какую-то еще вещь, которая придавала силы этой кукле Вуду. О, Боже мой! Вы только подумайте, все эти вещи как-то связаны с этой проклятой игрушкой. В данном случае это какой-то окровавленный чулок или полколготки, что ли, я не знаю. Здесь еще медицинский знак скорой помощи. Я не знаю, как это может быть связано с этой проклятой игрушкой. Возможно, душа, которая вселилась в эту проклятую игрушку, была как-то связана со скорой помощью или с чем-то еще таким. Господи, сколько здесь... Не знаю, я чувствую что-то твердое. Что-то еще там есть. Что это? Погляди, погляди. Сними поближе. Я не понимаю, что это. О, Боже мой, это Hello Kitty. Что она здесь делает? Hello Kitty, это же тоже кошка. Походу, они как-то знакомы. Или, возможно, обязательно есть Hello Kitty Экзе. И, возможно, нам стоит ее тоже призвать. Походу, там все, ребята, внутри этой проклятой игрушки... Больше ничего нет. Но она была нереально страшная. Я думаю, вам точно понравилось это видео. А с вами была Королева Мистики. Меня зовут Ирина Ясинская. Всем пока!